последнее время сотрудниками ГАИ Каспийска были выявлены многочисленные факты игнорирования требований административного законодательства со стороны водителей, у которых на передних, боковых и ветровых стеклах автотранспортных средств были нанесены пленочные покрытия, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Такие действия приводят к негативным последствиям на дорогах региона. По этому случаю представители госавтоинспекции Каспийска проводят профилактические мероприятия. За текущий месяц по итогам рейда в области данного правонарушения было задокументировано 510 протоколов. Инспектирование также проходило и в тюнинг-ателье, где с владельцами проводилась беседа о запрете нанесения пленочного покрытия. Помимо этого, 15 водителей были привлечены по статье 19.3 части 1 за невыполнение законного требования сотрудников полиции об устранении пленочных покрытий.